Традиционные СМИ работают, как я сказал, на программинге. Новые медиа используют три технологии. Те люди, которые к вам приходят и будут с вами работать. И эти технологии заложены так в них глубоко, что они будут пытаться с вами так работать. Первое – интерактивность. Мы сейчас все очень интерактивны. Мы очень активно общаемся, пишем комментарии, до каких пор и так далее. Все, что говорили мои коллеги. Второй момент – манипулятивность. Новые медиа вами манипулируют. А вот я варю борщ так-то, а не как Мария Ивановна, у которой, вы знаете, попадите у нее, попробуйте. И третье – это медиаискусство. Когда на пустом месте мы здесь сейчас поставим три проектора, и у нас будет висеть «Мона Лиза», картина из Третьяковки и картина откуда-нибудь из Уфицы, из Флоренции. То есть картины мы видеть будем, но они же не реалистичны. Это же миф для нас. Но нам будет казаться, что мы находимся в музее.